А где остальные? Что-то же не все же. Ушли туда или что? Lass sie doch! Junge! Das ist Tierquälerei! Ушла. Вот она. Друзья, добрый день. Ну, мы снова в лес с детьми. Смотрите, какая у нас толпа. Я аж радуюсь, когда вот с такой толпой детей в лесу. Вы хотите гулять с детьми, свежий воздух, природа. Многие просто своим детям... Или не верят своих детей, можно сказать, да? Но не пройдут так много. Мы в данный момент уже прошли 5 километров, и я еще не вижу ни капли усталости в детях. Самому младшему ребенку у нас 4 года. Эй, Белочка! И с нами вон собачка. Смотрите, какая. Детям нравится, бегают у вас вверх, вниз. Кстати, мы находимся на военной части, да, здесь, как там перевести правильно. Ну, здесь проходят учения, танковые учения, да, среди недели, а по выходным можно гулять. И вроде бы где-то говорят, что должны стоять старые разбитые танки. Вот, мы хотим их найти, гуляем. Что, сына, ты нашел там? Что там? Домик опять стоит, да? Но это не тот. Мы сейчас найдем. Мы все вот детей, как же заговариваем, что сейчас вот выйдем и будет танк стоять. Да, где мы остановились? Вы хотите гулять с детьми? Берите побольше знакомых, друзей, потому что в толпе намного детям интереснее, да? Они начинают балдеть, прыгать, бегать, лазить. Это просто классно. Ну и для вас хорошо. Не нужно детям там сувать приставки, телефоны, чтобы нам сидели, играли, планшеты, выкиньте это все. Ну, не выкидывайте, это дорогая вещь. Сам, нет-нет, детям даю в руки, когда далеко едем на машине. Ну, по-другому не выходит, да. Ну, все же стараюсь. Виноват, да. Ну вот, что сегодня нас ожидает? Природа, дети. Ну, детей я сильно снимать не могу, потому что мы на данный момент 6 взрослых и где-то 12 детей у нас. И не всем понравится, что если я буду снимать чужих детей. Вот, своих детей я снимаю на камеру. Все нормально. Вот. Как-то так, ребята. Мы, честно говоря, это уже наш в этом году 5-й или 6-й выход с детьми. И класс. Слушай, тишина. Птички поют. И дети галдят. Они уже разбились на кучки. Кто с тем поболтает, кто с тем поболтает. Кстати, видели змею, лягушек. Ну, змейка такая маленькая была. Вот. Класс. Мою рожу. Иди сюда. Ну, не, иди сюда. Это вот наш, если мы заблудимся. Проводник. Проводник наш. Как тебя звать? Белла. Это наша Белочка. Она учуяла, кушать хочет. Белочка будет кушать? На. На, молодец, моя хорошая. Погладить дашь, дядя? Иди сюда, иди сюда. О-о-о-о-о. Хорошая. Нам надо будет там перейти. Блин, интересные места. Опа. Они уже... Нет, еще не возвращаются. Повезло меня. Так что... Сели, сидят там на дереве. Прикольно. Я радостный. Ребята, давайте выходите на природу. Гуляйте, отдыхайте. Че, там ничего не видно? Не видно? Только грязь там, да? Зато лягушки квакают. Там какой-то колодец. Ну, это какой-то колодец, что ли, был? Что такое? Наверное, тут пушку ставили. Тут, наверное, пушку ставили, чтобы стрелять, обстреливать. Лягушек обстреливать, да? Ладно, ребят, давайте, наверное, пойдем, а то мы сейчас их не догоним. Побежали. Ну, ребята, видите, и на лошадях здесь ездят. О, darf ich mitreiten? Hallo. Hallo. Ну, видите, как прикольно. Так, на разведку сходим. Что там за бункер? Я сказал, bleib erstmal da, wir gucken.
Мы сейчас посмотрим туда, или можно им туда. Сейчас будут и одни эти, да, ботинки. Да, да, они здесь ездят на танках. Зоты старые. Ну, но они заколоченные. Ну. А, ребята, вон патроны находят. Но они холостые, да, или как? Коля, что это? Холостые? Ну да, это открытые. Это все, следующий. Так, друзья, для вас самое лучшее, как говорится, занятие — это вот приобрести рогатку, а лучше самому ее сделать, и детям будет интересно. Сперва им предлагаете каждому найти по 5-6 камушков, потом выстраиваете их в очередь, даете рогатку, объясняете и стреляете. И детям интересно. Вот так. Как-то надо занимать детей. Или, ну не знаю, есть много еще тысяч всяких игр. Палки собирать, вон, ребята, палки ломают. Так, смотрите, не ударьтесь. Давай, положь эту большую, сейчас ударишься. Вот. Ну, иногда надо тоже ругаться с ними. Смотри, чтобы больно не было потом. Друзья, ну я сегодня горжусь своими детьми, вернее, всеми детьми, которые были с нами. 11 километров пешочком. Это классно. Молодцы. Все зато съели. Все яблоки, всю морковку, хлеб. Водички немножко осталось. Я с собой брал 2 литра, там, может быть, миллилитров 200 осталось. Танки меня не нашли, но мы сейчас сядем в машину и... Мы посмотрели по карте, неподалеку отсюда, возле дороги стоит танк старый. Чтобы хотя бы дети посмотрели танк, да, чтобы потом нам на хлеб не мазали, что во, поехали танки смотреть, а танков нет, да. Вот. Дети они такие, потом в следующий раз не захотят с нами ехать. Друзья, не судьба найти нам танки, да. Не нашли, я говорю, все, домой, время. Считай, мы были больше, чем 5 часов в пути. Дети проголодались. Мы сейчас заехали, возьмем дёнер, пиццу, помс детям. Потому что наша мамка сегодня не дома. А готовить я не хочу. Я устал. Не, еще потом на спорт я хотел съездить. Так что, ребята, это были наши прогулки. От вас много лайков, комментариев, ну и подписка. И, конечно, следующие приключения с нами. Все. Пока.